Матч молодежной хоккейной лиги вашему вниманию. СКА-1946 против хоккейного клуба «Рига». Контратака, 3-2, может получиться опять. Из центра бросок и гол! И выход 1-0, ну что? Красота какая, а вот вам и первая пятерка СКА-1946, пожалуйста. Ой-ой-ой, как красиво, сейчас все сделал Елиси. И опять первая пятерка на льду. И вот это да. Убивают рижане. Не смогли расставиться сейчас в обороне. Кейс ССК 1946 и 3-3. Бросок поворотом, еще момент и гол! Смотришь, дошел до ворот и забил! Вот это да! Дополнительные 5-минутки командам выявить, кто же сегодня достоин победы и 2 очков. Это решат послематчевые штрафные броски Пулиты. И гол рижане забивают. Это победа.